Восьмая колонна гуманитарного конвоя прибыла сегодня в Донецк. Погодные условия доставили некоторые неудобства, но, несмотря на это, машины с грузом задержались в дороге лишь на несколько часов. МЧС России всегда готов оказывать помощь и содействие пострадавшим регионам Донбасса, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами Российской Федерации. Груз собирается, работа эта продолжается. Более 100 машин доставили строительные материалы в виде стекла, шифера, рубероида и топлива, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры и систем энергоснабжения. Также были доставлены рыбные, мясные и молочные консервы и продукты питания. Общий вес груза составил более 1000 тонн. Слава Богу, что есть у нас такие люди, неравнодушные к нам, которые помогают нам, которые протягивают нам руку помощи. Новороссия сейчас в трудном положении и как никогда нуждается в помощи, особенно с началом наступающих холодов. К сожалению, мы остро нуждаемся в гуманитарной помощи. То, что зашло приблизительно на республику, это 3-5% всего. Нам остро не хватает детского питания, остро не хватает медикаментов, ну и продуктов питания, конечно. Хочу поблагодарить всех людей, не безразличных, которые прислали нам этот груз. Анна Триксель, военный корреспондент СУРЭМ, специально для Новороссия ТВ.